вам. Соцсети, кто-то про соцсети. Кто-то из Москвы, Road Madness из Москвы. Итак, встречаем первую сценку, подходим, начинаем. Так, Бэнк Road Madness представляет. А, нет, шутка, поменяли название. Теперь так Бэнк что-то из Москвы представляет. Эй, иди сюда. У меня тут бесплатная музыка есть. Ого! А может, у тебя еще есть и неизъятые обладателями опенинги аниме? Да, и это будет тоже есть. Только название написано русскими буквами. О, да! Это взорвет мои тренды. Кто это? Кодовое слово? Хэштег-лой. О, Твиттер, это ты. Залетай. Ти. Кодовое слово? Какая-то пиндосская земля, короче. А, одноклассники. Когда ж ты же запомнишь? Блин, ну а что я? Я ничего в ваших китайских или бурятских порномультиках не понимаю. Как ты можешь так говорить? Это же эксклюзивный контент. Зачем, по-твоему, собираются миллиардные сообщества и группы? Да и мы, кстати, тоже. Назовите кодовый хэштег. Young Anime Girls. Приехал наш заграничный друг. Sorry, конечно, но where is твоя толерантность? Я надеюсь, это Инстаграм. Кодовое слово. Hashtag anime girls, hashtag party time, hashtag... А вот и повод для толерантности. Как всегда, отлично выглядишь, подруга. Спасибо, сладкая. А куда подевались вода? И футбол? Ой, слушай, Фейсбук, хотел попросить. У тебя тут новое обновление недавно вышло. Дашь списать? Только не точь-в-точь, чтобы не спалили. Спасибо. Мне нравится. Ой, опять баги после обновления. Сейчас начнется. Погоди. Будь здоров. Спа. Погоди. А, тя-тя-тя. Ох, эти обновления. А нечего у Фейсбука слизывать. А я бы слизал. Не поминай перископ, сует, слезал он. Хотя, я бы тоже. Напомню, прослушивание музыки ограничено. Хэштег, нам нельзя терять время. У нас есть переводчик. Красивая женщина, элегантно, подожди.
Это же синдром Алиэкспресса! Так, девочка моя, позволь-ка мне вставить! Девочка, вставить? Ну да, концы же я, как говорится, не рубил! Чего? Чего-чего? Маникюр, говорю, где делаешь? Скинь мастера в директ. Жестоко, мужчина, игрушка! Черный соска! О, полностью поддерживаю. У меня даже есть трек, который можно прикрепить к этой записи. Ой, это демоны! Делай, что хочешь, только верни мне монетизацию и сними ограничения. 18+, просмотры падают, пожалуйста, в трендах иди, скинь фильм, умоляй! Силой, дарованной мне, я накладываю на тебя страйк. Приговариваю тебя пожизненно к дизлайкам. Отписка, неудачница. Так, вроде бы все поняла. А в моем время такого не было. Пойди за мной. Моя нравственная чистота. И твой нехороший русский контент. Мастер, очистим этот мир от скверны и разврата. Может, прикни к нам. Мы своих не бросаем. Вот значит как. Ну ничего, и до тебя доберусь. Уходим. Доступность кислорода, свежий воздух, свои легкие заблокировать. Репост. Вот бы диз написать на нее. Нет, лучше реакцию на реакцию, на блокировку самой себя. Вас приветствует Тервяк, я вижу, что вы хотите. Человек мог смотреть то, что хочет бесплатно, без СМС-регистрации. Теперь царит тотальный надзор и жесткая цензура. Как это случилось? Если вы хотите увидеть виновника, достаточно взглянуть в зеркало. Фронталка подойдет? Ничего, если я буду с собачьими ушками. О, маски на лицо. Дай попробовать. Я знаю. Вам страшно. Кто бы не испугался банок, санкций, рекламы и платного аниме. Я пришел вам напомнить. Свобода, лоя и справедливость. Это не просто слова. Это жизненные принципы. Итак, если вам дорого то, что дорого мне, если вы любите анимешных девочек, бесплатную музыку и смешные картинки, я предлагаю вам присоединиться ко мне и вместе мы устроим такую революцию, которая никогда не забудется. Рука-лицо, не знаю, ну вот это всякое там у вас.